Добрый день, хочу с вами поделиться своими впечатлениями о работе с магазинами exist.ru и isnext.ru. У них там, пару лет назад произошло вот разделение такого бизнеса. Соответственно, бренд exist.ru остался за exist.ru, а магазины сети ушли вместе с частью владельцев, акционеров в isnext.ru. Что сделал Exist? Он срочно заключил договор с несколькими компаниями, которые организуют выдачу заказов. Вот. И один из этих пунктов выдачи был недалеко от моего дома на водном стадионе. Но вот, что меня побудило сейчас записать этот отзыв, они резко сократили почему-то в последнее время сеть вот этих пунктов самовывоза. Соответственно, на севере Москвы там сейчас вообще у них практически нет точек, куда можно было, там, не знаю, подъехать и забрать, например, лампочки ближнего цвета. Да? То есть для этого ехать куда-нибудь там далеко не хочется. Вот поэтому снова я немножко вернулся в isnext.ru. Там у них есть пункт выдачи на Войковской, на водном стадионе, где-то вот между водным стадионом и Войковской. Вот, и цены немножечко подешевле. Но, как вы знаете, у этих магазинов схема работы следующая, что вы должны сначала внести предоплату и выбрать из широкого диапазона запчастей. И главное, для каждого запчасти показываются как оригинальные, так и заменители возможные. При этом можно выбрать ну, оптимально именно для вас соотношение цены и качества. Да, понятно, что есть и какие-то китайские вещи, которые дешевле стоят, ну, идут там под брендом таких а-ля западных производителей, и есть производство реально там, те же лампочки венгерские, либо даже немецкие, да, какие-то запчасти. Вот, в общем, заказал сегодня эти лампочки, лучше где-нибудь поближе их получу. Вот. В общем, жалко, что магазин exist.ru прекратил, то есть сократил вот сеть этих пунктов выдачи. Я желаю ему, как бы, чтобы он расширял эту сеть. Причем оба вот этих магазина, они не берут плату за доставки в эти пункты выдачи, вне зависимости от суммы заказа. Поэтому, наверное, они, конечно, на таких вот маленьких заказах ничего не зарабатывают, они зарабатывают на крупных запчастях. Но, тем не менее, спасибо большое за внимание.